доброе утро! С добрым утром, малыши! В эфире «Покажи класс»! Я правильно сказал? О, с каждым разом у тебя получается все лучше и лучше! Спасибо! Тогда сразу к делу! Я тут гулял! Мур, у нас ролики! Ну да, а я про ленточку! В общем, девочку я видел во дворе, и она... С ленточкой крутила колесо! А откуда ты знаешь? Оттуда! Вот, вот, смотри, как здорово! Ой, ленточка упала! Все-таки классно! Ой, сандалик расстегнулся! Ну что, тебе понравилось? Конечно! Мур, а ты за выступлением наблюдал или сам с ленточкой хотел поиграть, а? Что я тебе, кошка, что ли? До сегодняшнего дня я думал, что да. Степашка, я тигр уссурийский, маленький, домашний, телевизионный. Ну, тигр, тогда запускай следующий ролик. Пожалуйста, пожалуйста. Лера занимается бальными танцами. А по какой программе? Это стандарт или латино? Ну, ча-ча-ча, это латино. И Лера, судя по всему, танцует одна, без партнера. Может, так захотели родители? Родители-любители, родители-ворчители. Степашка, что это? Это стихотворение. Вот послушай, в оригинале. Если вы родители раскатые, хвалите, если вы родители, любите, если разрешаете, купите, дарите, когда вы не родители, а просто восхитите. Степашка, если плачет промокашка. Ах так, Амур, ловитель кур. Ну все, у нас еще одна участница конкурса «Покажи класс». Нелли зовут? Да, на ролике она специально пела, а вам решила показать... Клип «Утренняя зарядка с Нелли». А ты прогноз погоды на сегодня смотрел? Нет пока. Кто у нас сегодня дежурный по погоде? Не помню. Может быть, Хрюша или... Или нет, Филя. Ну так они, наверное, еще не во всех городах температуры измерили. Пока готовятся. Эх, непонятно. Как там сегодня на улице? Какая погода? Ну почему же? Дежурная по погоде сегодня Асель. Участница нашего конкурса. Сегодня о погоде тебе расскажу я, Асель. Может в любой момент пойти дождь. Одевайся теплее. Куртку и шапку. Вот такие вот кроссовки можно одеть. Так, все понятно. Одеваться надо тепло. А главное обуваться, чтобы ноги не только не замерзли, но и не устали. Ведь ходить пешком полезно во все времена года. Ребята, покажите и вы свой класс. Присылайте свое видео. Адрес сайта вот здесь, внизу экрана. Ну а сейчас мультфильм.